Джишам Саиша Бхагаван Дайоида Ананта. Джишам Саиша Бхагаван Дайоида Ананта. Сарватманастрита Падам Джадинира Валикам. Те Дустарам Матитаран Дева Майам. Мамахумити Дхирна Сасигайля Бхакши. Джишам Саиша Бхагаван Дайоида Ананта. Сарватманастрита Падам Джадинира Валикам. Те дустарам матитаранти ча девамайам, но мамахумити дхир сасигайле бхакше. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что Нитьянанда Баларам, он путешествует в этом материальном мире в форме саду, гуру, саду и гуру и вайшнавов, чтобы спасти всех обусловленных душ. Гаурия Гоштипати, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, первое проявление Бхагавана Шри Кришны, Верховного Господа Нитьянанды Баларама, оно всегда путешествует по этому материальному миру, чтобы спасти обусловленных душ. На самом деле, Нитьянанда и Баларам, они изначальные гуру. Баладев, про него я говорил уже, он первое проявление Бхагавана Шри Кришна, Верховного Господа, Сварупа Бхагавана. И вот Баладев, он изначальный санкаршан, кто является лилой с Бхагаваном Шри Кришной внутри Вриндавана. А в Чатурвьюхе можно найти Махасанкаршана, я уже говорил об этом, а здесь, в Шветадвипе, мы можем найти он первое проявление Гуранги Махапрабху, Верховного Господа, это Нитьянанда Прабху. Сам Нитьянанда Прабху. И вот сейчас, согласно Сиддханте, все садгуру и вайшнавы, они являются в этом материальном мире, а изначально они исходят из Баладева. Баладев Махарадж, он проявляется в их форме. Он путешествует по этому миру, чтобы спасать обусловленных душ, и в Бхагаватам много раз я говорил об этом, вы, может, помните, одна прекрасная шлока, которая поддерживает эту Сиддханту. Адхарма силаша судукхиташа Онугрухаеха чаранти нунам Бхутани бхавьяни Джанарданасья. Джанардан мин? Джанардан значит, что те обусловленные души, обычные люди, они очень много страдают. Обычные люди, они всегда страдают. И Джанардан, значит, Бхагаван, он хочет избавить их от этих страданий. И поэтому имя Господь имеет Джанардан, тот, кто дает радость и спасает от страданий. И те, кто отвернулись от Кришны, те, кто не хотят совершать Кришна Баджан, если мы не совершаем Кришна Баджан или Вишну Баджан, если мы
совершая много, много этих такой благочестивой деятельности и не совершаем Кришна Бхакти или Вишну Бхакти, то наша благочестивая деятельность, она не имеет никакого смысла. И просто совершая какие-то благочестивые деяния или грехи, мы только можем возвыситься на более высший мир или опуститься на более нижний. Те, кто совершает адхарму. В этой шлоке говорится, что если кто-то совершает какие-то благочестивые деяния дхарму, но будьте уверены, что это не настоящая дхарма. И обычные люди думают, что это дхарма. У них есть дхарма, и вот различные дхармы, которые находятся в этом мире, но та дхарма, которая Бхагавад-дхарма, но Бхагавад-дхарма, Атма-дхарма, она изначальная дхарма. И те, кто не совершают Бхагавад-дхарму, для них очень... Они скитаются по различным мирам в зависимости от своих действий. И в Бхагавад-гите мы уже слышали, что если кто-то совершает какие-то благочестивые действия, он возвышается либо опускается на нижние планеты. И Нарада Муни уже сказал, never try to speak this punna, this name. We are less interested about pap and punna. Что мы не заинтересованы ни в совершении грехов, ни в накоплении благочестивых действий, поскольку из-за них души они путешествуют по этим материальным мирам. Если они хорошие действия совершают, то возвышаются, если греховные, то опускаются в низшие миры, соответственно. И вот так и души, они путешествуют по различным мирам. Из Брахманды в Брахманду, по бесконечным Брахмандам. Если у них будет возможность встретиться с саду, гуру и вайшнавами, то тогда они получат возможность избавиться от влияния этого материального мира и перестать рождаться и умирать бесконечное число раз. Я уже говорил вам, что нет такой системы, чтобы прямо непосредственно получить милость у Верховного Господа. А система такова, что мы можем получить милость Верховного Господа через саду гуру и вайшнавов. Прямо мы не можем получить его, и в читании Чаритамриты мы можем найти такие слова, что если мы накопили сукрити, то тогда мы сможем встретиться с саду гуру вайшнавами, и в этом случае мы можем избавиться от материальных оков и впоследствии получить вечное служение Верховного Господа, но это отдельная тема. И вот те, кто не совершает Бхагавад-дхарму, для них те, кто преданные Джанардана, я имею в виду,
преданные, они путешествуют по этому материальному миру, чтобы спасать обусловленные души, мы знаем об этом. И вот Баладев Махарадж, он является в форме Нитьянанды Прабху, в эту особую Кали-югу. Вы уже знаете, что Гуранга Махапрабху, он не является каждую Кали-югу, это обычный Сиддханта. Махапрабху не является каждую Кали-югу, только в начале 28-й Четыр-юги Гуранга Махапрабху приходит, и Нитьянанда Прабху, он тоже является вместе с ним. И Нитьянанда Прабху, такова система, что перед тем, как является сам Верховный Господь, Нитьянанда должен явиться. Нитьянанда Прабху, он помогает Господу в его лиле, поскольку Бхагаван, где он может находиться, и для того, чтобы организовать место, где будет находиться Бхагаван, в этой роли Анантадев выступает. И без Анантадевы кто может вместить Верховного Господа? И в Брахма Самхите мы также находим и вот в Брахма Самхите говорится, что даже это Галока Дама и все остальное Дама Татва, это Баладев Татва. И вся Дама в трансцендентном мире, Вайкунха, Галока и все прочее, это Баладев Татва Нитьянанда. И на самом деле, перед тем, как явиться, является перед Господом Баладев Баларам, чтобы подготовить место и обстановку для явления самого Верховного Господа. И он служит Господу по-разному. И из читания Чайтамриты мы знаем уже об этой шлоке. И в читании Чайтамриты мы видим, что относительно сотворения, в творении Нитьянанда Баларам, он играет свою роль. И Карнарна Вашай, Карнарна Вашай Вишна, он занимается творением, что можно видеть бесконечные вселенные, исходят из него, а во время разрушения входят в его тело, соответственно. И во время творения Гарбхуда Кашая Вишна входит во все, и из-за этого происходит творение. И в каждой браманде можно видеть Кширада Кашая Вишну, когда этот Анирудха Вишну спит, он Антарьями Пуруш для всех дживатм, для всех душ. И вот Кширада Кашая, Анирудха Вишну, он пребывает в сердцах всех живых существ, как Параматма. Он пребывает везде, как Параматма. И таким образом, смотрите, внутри Вриндавана Бхагаван Шри Кришна являет свою лилу. Это тот изначальный Санкаршан, и оттуда, потом Вриндаван, потом Матхура, потом Дварака, потом Паричишта, это Шветадвип, как бы дополнительная часть, и там лила, вечная лила Гуранги Махапрабху происходит. И если вы хотите спросить, какая лила первая, какая вторая, это тяжело определить, поскольку они все лилы,
Кришны, они вечны, и кто-то спорит насчет этого, что вот, и вот как, это, как в случае, вот, кто-то спорит, что сначала семя дерева или дерево появилось. А по милости Господа все может быть, и что из них первого появилось, мы не можем сказать. И Гуран Галила и Кришна Лила, они вечны. И поэтому в Четырвюхе можно найти там Санкаршан, Васудев, Анирудха, Прадюмна и Анирудха. Потом вторая четверюха, там можно найти на Вайкунтхе. И там Васудев, Прадюмна, Анирудха и Санкаршан. И все дживатмы, они путешествуют по этому материальному миру согласно своим действиям, но их действия не контролируются. Вот Прадюмна, он отвечает за наш ум, Санкаршан за наше ложное эго, Анирудха за... А Васудев за читта, за сознание. Предыдущее не услышал. И Бхактивинода Тхакура дает такой пример, что те обусловленные души, если они так или иначе, они предадут, они, если они предадутся Майя-деве, Аханкара-татве, то тогда нету для них спасения. И те... И вот, если такие души, они будут надеяться только на Аханкар-таттву, то на майю, то, некоторые души, они очень имеют такую огромную веру в майю. И как майя может контролировать этот мир, поскольку дживатмы, они очень глупы, они... верят и только в Майю, и Деви Майя, она может повелевать этим миром только потому, что эти обусловленные души имеют огромную веру в нее. И Санкаршан – это Аханкар-таттва, но этот же Санкаршан в чистой форме, он отвечает, олицетворяет собой служение. А Аханкар-таттва также известно как считание себя делающим. Карта ахам ити маните. По-русски это как-то, только если мы считаем себя делающим, то что-то творящим. И то знание, которое находится внутри нас, оно покрыто невежеством. И это... So that's why those jivatma they cannot discover their identity. Из-за этого покрытия майя, души, они не могут осознать себя. А та процедура, с помощью которой мы можем осознать, кто мы есть на самом деле, она называется баджаном. In front of Supreme Lord, Chaitanya Mahaprabhu, Sanatana Goswami. И вот перед Верховным Господом. Now, who am I? This question, you know already. Your father name, mother name, house, which country? You have identity. И вот Санатана Госвами перед Махапрабху спрашивает, кто я. То есть мы знаем все наши отождествления в этом материальном мире, но Санатана Госвами имеет в виду
более глубокое значение, поскольку все наши материальные отождествления, они временные. Например, если кто-то наш мать или жена или отец, но как какое время? Если, например, мы женились или вышли замуж за кого-то, это наш муж или жена, только на какое-то время, когда мы умираем, наша материальная связь, она прекращается. You can cut this kind of relative, you know, one kind of magical spell going on everywhere. Everybody knowing, but still they are not knowing. They are knowing, but it is not actually, you know, full knowledge. So actually point is there, without the keeper of the Tanu Balarama, без милости Нитянанды Баларама, я начал с этой шлоки. Ешам са ешо Бхагаван адайоед ананта сарватмана асрита падам яди Nirvalikam. Without any hypocrisy, duplicity, if you are 100% surrendered, если мы предаемся лотосным стопам садгу и вайшнавов, то они могут избавить нас от нашей обусловленности материи. И Санатан Госвами, он спрашивает у Махапрабху только для того, чтобы дать нам урок. Он спрашивает это от лица всех обусловленных душ. Он говорит, что я не знаю, кто есть я на самом деле. И как я могу обрести наивысшее благо? И такой вопрос спросил Санатан Госвами у Шри Чайтаньи Махапрабху. И таким образом я говорил об этой Ахан-Кар-Татве, что Санкаршан в своей чистой изначальной форме, он пребывает в сердцах чистых преданных, и они могут таким образом заявить, что я слуга Кришны. И также чистые преданные говорят, что они хотят стать слугой слуги чистого преданного Верховного Господа. И мы можем найти подтверждение, как например, Адвайта Гасай, он говорит о себе, я слуга слуги, слуги моего Господа Гуранга Чандры. И вот такое я, такое эго, это не ложное эго. Эго должно быть, поскольку без эго даже у Верховного Господа есть эго, но чистое эго. И без него мы не можем ожидать, что что-то может быть, и такое ложное эго – это оковы для нас. Это, если мы считаем себя делающим, творящим что-то, то это и есть наше… This way, this kind of, you know, one title you have, the, this type, all вот, you see, материальное отождествление – это… Actually, those who are pure devotees, whenever they look around, they can find there is no зависимость. И чистые преданные, когда они смотрят куда-то или на кого-то, они видят Верховного Господа, который пребывает в вашем теле, а не какие-то ваши материальные качества. Как, например, пример я приводил, еще раз приведу, что Удав, когда пришел, чтобы решить проблему Куру и Пандавов, и вот Удав, когда пришел, он захотел предложить им какое-то решение. Он пришел в Хастинапур, но Дурьотхан не был готов. Но когда Удав пришел, он поклонился Дурьотхане. Но Дурьотхан, но мы не можем кланяться ему, поскольку Дурьотхан очень такой плохой, плохая личность. Он олицетворяет собой Кали. А те, кто давали комментарии к этому, Тикакары, они сделали заметку, что Удав, он не кланялся Дурьотхане, а Удав, он предложил свои поклоны
Кришне, который пребывал в сердце Дурьотханы, поскольку Кришна был в его сердце, и Удава, он предложил ему поклоны, а Дурьотхан подумал, что он ему поклонился. И таким образом Нитянанда Баларам, Нитянанда Баларам, они делают все, только единственное, что есть у Кришны, это сила воли, воля, а остальное совершается Баладевом, Баларамом. Все остальное, Баладев, он служит Кришне различными способами, как, например, зонтик или трон, на котором восседает Кришна, либо и все остальное, все принадлежности для поклонения, все вещи Кришны, даже священный шнур и все остальное в этих 12 формах, как одежда, так же, как его обувь, и все, вся дхамма, все это Баладев Махарадж, это служение Баладева Нитянанды. Даже когда вы основываете какой-то храм, и перед тем, как начать призвание божеств, если вы строите какой-то храм, то вы должны сначала пригласить Анантадева. В начале всего нужно поклониться Анантадеву, совершать ягью. Нужно сделать какое-то место, вроде пещеры, куда поместить Анантадева, совершать пуджу ему, поскольку сам храм — это значит Анантадев. И все храмы — это они олицетворяют собой Анантадева. И поэтому Шрила Прабхупад сказал, как мы можем основать храм. Шрила Прабхупад говорил, что с помощью денег или с помощью власти мы не можем просто взять и построить храм. Это невозможно, поскольку храм... Как мы можем установить или открыть какой-то храм только по милости Гуру Вайшнава? И по милости Гуру Вайшнава Анантадев может явиться там, и тогда Господь только может прийти туда. И те чистые преданные, они никогда не думают о том, что мы мужчина или женщина, или человек, или животное, или еще что-то. У них нет такой концепции. Они всегда видят душу, пребывающую в сердце каждого. И вот Нитянанда Прабху в Гауранга Лиле также. Он и вот сегодня это тот день, когда явился Нитянанда Баларам, он явился в эти титхи в этот день, в Экачакра даме, в доме Харай Пандита и Падмавати. И с самого рождения он, его бхакти, его преданность, его действия, обычные люди не могли понять. С самого рождения он он являл различные лилы, и когда он играл с детьми в детском возрасте, они играли какие-то лилы, Рама лилы, либо Кришна лилы, а Нитянанда Прабху, он they are making deity, nice install, doing worship, archan, everything this way. Sometimes going to kill Ravana, this Ram Lila, this way doing actually. So all, you know, very special activities. So common people cannot find any
meaning. They cannot understand how possible the small boy, how where from knowing. И люди, когда видели это, они не могли понять, откуда этот маленький мальчик, он все знает. И однажды один браман саньяси, он пришел в дом Харай Пандита. Into the house of Harai Pandit, one sannyasi coming, and he is staying there, taking bhikkha, everything. And Harai Pandit wanted to serve that sannyasi. И Харай Пандит, он хотел как-то послужить всем сердцем этому саньяси. И когда саньяси уходил, Харай Пандит спросил его взять какое-то пожертвование, подаяние, и тогда саньяси сказал, что за пожертвование ты хочешь дать, а что ты хочешь, а это саньяси сказал, я хочу твоего сына Нитянанду Баларама. И Харай Пандит упал без сознания. Он не мог надеяться даже, что подумать, что этот саньяси попросит такое пожертвование. И поскольку он уже пообещал дать ему все, что он попросит, и поэтому сейчас Харай Пандит, он которому Харай Пандит думал, что он его сердце и душа. И он, ему пришлось отдать его этому саньяси. И вот около 20 лет они так ходили по разным святым местам. Как Баладев Махарадж, уже знаете, в Кришна-лиле вы можете видеть, что Баладев Махарадж, когда и вот Баладев Баларам Нитянанда, он таким образом с этим саньяси, он путешествовал по всем святым местам, и так или иначе, он откуда-то получил такую синюю одежду. И это значение каково, что никакие обычные люди, ни саньяси, ни брамачари, никто не может одевать синюю одежду. Это признак ананты. Только Нитянанда и Баларам, они можно видеть синей одежде, синей одежде. Только Нитянанда мог ее носить. И многие говорят, что Нитянанда принял саньяс, но относительно саньясы Махапрабху и Нитянанды много споров идет, поскольку многие не понимают, что такое саньяса и какая саньяса. В Гите можно найти наставление, которое дал нам Бхагаван Шри Кришна. И я уже сказал, что Вишну-прия-деви, она подобна саньяси. Саньяса значит отреченность, саньяс – это слово. На санскрите, если разделить, значит сад плюс ньяс. Сад значит, он указывает на Верховного Господа, сад читананда, то, что вечно, то, что не кончается. Сад, вы хотите отдать себя в служение Верховному Господу, это зависит, называется саньяси. Саньяси не значит, что вы одели оранжевую одежду и взяли триданду, это не так. И вот Махапрабху уже сказал на Бенгале, это такие слова. You are learning Bengali, right? Vidyasagar the great, you know. Однажды Видясагар. Vidyasagar the great in the. Он. We are not speaking. Был великий ученый с точки зрения обычных людей, и однажды один
человек с Англии сказал, что хочет учить Бенгали у него. Ну, сказал, что времени нету, но полчаса могу тебе уделить. И вот он учил его день за днем, и через какое-то время этот иностранец пришел к нему и сказал, что я знаю уже Бенгали. И Видьясагар сказал, ты знаешь Бенгали? Так быстро? Да, я знаю Бенгали. Ну, садись, я тебе один вопрос спрошу. И какой вопрос? Ты как правильно? Пить воду или воду пить? В чем разница между этими? И этот иностранец сказал, что то же самое. Видьясагар сказал, что ты глупец. Иди учи дальше Бенгали. А на бенгале джол кабар кабар джол. То есть игра слов такая. Джол кабар на бенгале значит водяная змея, а кабар джол питьевая вода. То есть так, игра слов такая. И вот бенгали, санскрит и хинди, ну и в остальных языках тоже есть такие очень похожие слова. Но разного значения. И вот саньяс значит сад плюс ньяньяс. Сад значит вы ваше истинное я, вы отдаете ваше я, истинное я. Но вы посвящаете себя вечному служению Верховному Господу Сачитананде, и это зовется саньясы. И в этом случае я могу сказать на 100%, что Бхактивинода Тхакур был первоклассным саньяси, и это будет полностью согласно Сиддханте. Бхактивинода Тхакур, он лучше из саньяси, хотя у него было так много детей, так работал он также. Но согласно словам Шри Кришны, что тот, кто чье сердце чисто и и тот, кто не питает никому вражды, тот, кто полностью посвятил себя полностью служению Верховному Господу, он и есть саньяси. Not that in front of you I am acting, I am a big sannyasi, big sadhu. Supreme Lord watching me. In each and every action of say Supreme Lord watching me. Верховный Господь, Он всегда наблюдает, видит, что мы делаем. Krishna can arrest me immediately and kick me. Mayadevi can kick me out. Follow, be careful. Mayadevi can kick me. If I am going to show, exhibit that I am a big sadhu. But behind that, you are not going to act in some other way, and then Mayadevi cannot tolerate, can give me one kick, I can throw. Be careful. So those who are doing same activities, antare bahire samyava, in front of you or not in front of you, they are all same activities. И вот саньяси, тот, кто... All having no desire, nothing, all the time, not acting. Действует искренне, и то, что это он делает, то, что говорит и думает. И наша жизнь очень коротка, и если мы совершим ошибку в нашей жизни, то исправить ее будет уже некогда. Я еще раз повторю это. Если вы совершите какую-то ошибку, то наша жизнь очень кратка и некогда будет ее исправить. И где же бхакти? И куда мы должны идти, чего достичь? И где мы сейчас находимся? Это огромное расстояние. И любые неправильные действия, склонность к наслаждению, она не должна быть в сердце никакого преданного.
И тогда вы не сможете получить полную милость. И вот Нитьянанда Прабху, он принял саньясу, и я написал одну книгу, что логическое понимание не может стоять на понимании Нитьянанда Саньясы, поскольку один какой-то знаменитый ачарья, он написал много ереси про Нитьянанда Прабху, и многие преданные попросили меня дать должный ответ на его ереси. И я написал эту книгу, она на бенгале. И во всей нашей жизни, если мы пойдем на компромисс с майей, то мы не сможем стать успешными. Вначале всего, тот ключ к вашему успеху, он зависит от сатсанги. Это не шутки. Сатсанга, без сатсанги мы не можем стать успешными, и если и это в читании Чайтамрити говорится о сатсанге тяга и вашнавачара, и мы должны оставить асасангу, но если у нас есть какое-то притяжение, привлечение майи, ну, кто может сказать, но ну, Нитьянанда, он видит наше сердце, и вот отказ от сатсанги, это есть поведение, настоящее поведение вайшнава. Если вы, вам опротивила асатсанга, если вы не хотите совершать асатсангу, вам противно, у вас нету никакого желания даже, нету запаха желания асатсанги, что говорить об асатсанге, даже даже если у вас есть запах желания асатсанги, то тогда вы не сможете получить полную милость. И вот отказ от асатсанги есть настоящий ачара поведения вайшнава. И вот вайшнав ачар значит оставить асатсангу. Например, можно видеть, что и как узнать, что кто-то оставил асатсангу? И какова же система? Какой же признак в том, что если какой-то саду, он полностью оставил асатсангу, и тогда, несомненно, будьте уверены, что он находится в стремлении к сатсанге, и круглосуточно он может прославлять, он всегда может прославлять Верховного Господа, даже если его разбудить в 2 или там, 5 часов утра, то он готов говорить харикатху, это значит, что Что значит харикатха? Харикатха это разве лекция? Нет. Харикатха это значит это чувство вайшнава, которое исходит из его баджана, из него. И мой Гуру Махарадж в жизнеописании моего Гурудев написал одну из книг вайшнава Парадха. Она опубликована на английском, она называется «Сердце Кришны», на русском тоже есть. И эта книга посвящена сатсанге. И вот сегодня главная проблема в том, как определить саду. Я могу об этом неделю говорить. Как-нибудь я буду говорить о сатсанге, как определить, кто такой саду, а кто нет. Но перед этим я хочу сказать, что вы должны быть искренни сами.
не должно быть никакого лицемерия в вашем сердце, и тогда это обязанность Нитянанды Баларама вести вас. И это полная ответственность Баладева Нитянанды вести вас должным образом, но вы должны быть искренни и не лицемерны, поскольку это обещание Нитянанды и Баларама. Нитянанда сказал так. В Киртане мы тоже находим эти слова. И Нитянанда говорит, это моя ответственность спасти вас, но вы должны повторять святые имена всем сердцем Гауранги Махапрабху. Иначе нет. Нитянанда Баларама, они настолько милостивы, настолько внимательны, они смотрят на все. И если вы обретете Гурудева, то это по милости Баларама. И вот Баладев, он ведет всех людей. Но если они всех преданных, но если они предались ему. И вот в начале, когда когда преданный избавляется от влияния материального мира, то этот шанс дается ему Баладевом Баларамой. И когда вы встречаете первого преданного, того, кого он зовется Падма Прадарша Гуру, и вот вы так, если вы вам опротивил этот материальный мир, и вы думаете, что же делать, и однажды внезапно по милости Господа вам встречается какой-то преданный или саду, который говорит харикатху в храме, вы слушали и получили вдохновение. Это человек зовется Прадарша Гуру. Гуру, указавший путь, и потом вы начинаете следовать этому духовному пути. У вас возникают вопросы в вашем сердце, и постепенно такова сиддханта Рупа Госвами Пада, что до тех пор, пока вы не примите садгуру в вашей жизни, до тех пор совершали вы сатсанга, либо не совершали, я не могу сказать. Это очень сокровенная сиддханта. Например, какой-то человек ходит в храм 6 лет, скажем. Может, 10 лет даже приходит в храм каждый день почти, принимает прасад, чаринамриту, но он не чувствует необходимость принять прибежище у садгуру, понимаете? Он не чувствует, что это ему прям так надо принять прибежище у садгуру. И тогда, согласно писаниям, он не совершает сатсангу. Рупа Госвами Пад говорит, сатсанга значит, вы должны чувствовать необходимость, что срочную необходимость найти садгуру и принять прибежище у него. В моей жизни тоже я долго искал садгуру, куда же идти, как же искать. И тогда Баларам, он дал мне подсказку, я очень легко нашел садгуру, это главная сиддханта. И вот если кто-то может 10 лет или 15 приходит в храм слушать харикатху, но не чувствует никакой необходимости и срочности принять прибежище у садгуру в нашей жизни,
И это значит, ваша сатсанга – несовершенная сатсанга. Сатсанга значит, лавамата сатсанга значит, ананта анучар. Нитянанда, его спутники, те, кто саду, путешествуют вокруг, по этому миру, они анучара, они слуги Нитянанды Прабху, они смотрят. Для нас, если вы получите какое-то благое общение, то вы получите такое чувство, что вам нужно принять прибежище у Садгуру и Баладев также он проявит какие-то вопросы в вашем сердце, и вы, следуя им, будете искать Садгуру и примите настоящего Садгуру. И вот, чтобы обрести Садгуру, это, а чтобы дать вам Садгуру, чтобы послать Садгуру вам, это обязанность Нитянанды Прабху. И Бхактивинода Тхакур, он снова и снова говорит в своих книгах: о, люди, не сходите с ума. Не нужно так быстро, срочно искать какого-то гуру. Это не так. Бхактивинода Тхакур говорит, вы должны надеяться и ждать. И это обязанность Нитянанды Баларама. Если вы искренне, по-настоящему, то, несомненно, садгуру, он проявится в вашей жизни. Бхактивинода Тхакур говорит, а если в этой жизни не проявится садгуру, то ждите, не надо принимать кого попало, и в следующей жизни садгуру проявится, явится в вашей жизни. Лучше не спешите, не надо принимать в качестве гуру кого попало. И лучше ждите, и если это обязанность Баларама отправить садгуру вам. Иначе, если вы слишком спешите, то тогда кто может сказать, если вы примете какого-то асадгуру, а кто такой асадгуру, я говорил уже много раз, что значит садгуру? Одним словом, если сказать, как научно охарактеризовать садгуру одним словом, что значит садгуру? Джива Госвами Пад говорит, садгуру, кто, о ком мы можем говорить так? Тот, это гуру, у которого есть вечная форма в духовном мире, он и есть садгуру. Тот, кто вечен. Садан ситха или нитя ситха, это не столь важно. Садан ситха значит, что с сегодняшнего дня, например, достиг он совершенства, достиг уровня совершенства, то уже нельзя его различать с теми, кто уже был совершенен. И если он стал совершенен с сегодняшнего дня, и у него появилось его вечное служение, вечное существование в вечном духовном мире, то уже нельзя их разделять. А Нитянанда Прабху с самого рождения являл Кришна Бхакти, и Шри Чайтанья Махапрабху много раз говорил перед всеми преданными, что Нитянанда Прабху, он источник Кришна Бхакти. Его само тело полно Кришна Бхакти. Если вы хотите обрести Бхакти, то можете пойти к нему. И поэтому Гуранга Махапрабху организовал в Ясапуджа, в Шивасангане. Почему Шри Чайтанья Махапрабху организовал систему в Ясапуджа, в Шивасангане, чтобы... Это обязанность Нитянанды Прабху. Почему? Гуранга Махапрабху, Шивас Пандит, он все организовал для этой Ясапуджи. И с того дня мы понимаем величие и значение Гуру Таттвы. Акар Гуру Таттва – это изначально Гуру Таттва, есть Самасти Гуру и Вьясти Гуру.
самасти гуру, значит, что все гуру, которые явились или являлись в этом материальном мире, они могут быть из четырех разных авторитетных сампрадай, но они все садгуру, они все авторитетные, может, они в Нимбаркачаре, либо в другой какой-то сампрадай, из Вишну с вами сампрадай, как какие-то садгуру, они все садгуру. И если мы их всех вместе соберем, то мы увидим, что Нитьянанда Прабху там, и все садгуру, они имеют форму Нитьянанды. Но это не значит, что Нитьянанде пришлось разделиться на части, чтобы стать разными садгуру. Нет. Самасти гуру значит изначальный гуру, а вьясти гуру значит это конкретный день явления вашего или вашего или вашего Гурудева. Нитьянанда является в различных формах, и это зовется вьясти гуру пуджа. Понимаете? И в день Гуру Пурнимы, во время Гуру Пурнима Титхи, самасти гуру, всем мы поклоняемся, всем гуру со всех сампрадай как целому. И в тот день мы не можем сказать, что сегодня день явления какого-то определенного Гурудева. Мы поклоняемся всем садгуру в этот день, в день Гуру Пурнимы. И я хочу сказать о саньясе Нитьянанды Прабху. Так много споров идет на эту тему, и я могу несколько лил еще рассказать, чтобы у вас появилась сила, энтузиазм совершать баджан, поскольку Нитьянанда Прабху — это живое воплощение садгуру. Он адарша, он пример идеализма. И Нитьянанда Прабху внешне, он находится в форме Авадхута. Нитьянанда, он в форме Авадхута. И чтобы понять эту Авадхут-татву, нужно глубоко погрузиться в философию. Это не так просто. Нитьянанда Прабху, он принял саньяс. Он был Авадхут-саньяс. Но Нитьянанда в любой форме, он все равно саньяси. Еще Чайтанья Махапрабху говорит, что даже если Нитьянанда женится на какой-то мусульманской женщине, то он все равно Нитьянанда, поскольку Нитьянанда, никакие греховные действия они не могут затронуть Нитьянанду, он полон бхакти всегда, и Нитьянанда, он Абадхут саньяс. Yono, deshchi, no, kankati. There's no desire at all, no smell of any desire, no hatred attitude, no repulsion, no attraction, anything. In Gita, Krishna's king is Nitya Sanyasi. Maybe you can find him in the form of говорит, что он вечный саньяси. Может быть, он, мы находим его в форме грихатхи, но он все же вечный саньяси. И я уже объяснил значение саньяси. А вот худ значит, что тот, чьи деяния тяжело понять. И в Шримад Бхагаватам Махапуране Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, о Удава, какое же настроение Авадхута. Gyananishto virakto va madhubhakto va anapekshakaha sa lingyanam asramam stakta charet avidhi gochara. They are beyond any rules. Они за пределами правил и предписаний. Не значит, что Нитьянанда всегда должен ходить в оранжевой одежде. Нет, в любой форме. Может быть, без одежды даже полностью обнажен, но мы не можем понять. Gyananishto virakto va madhubhakto va anapekshakaha. Salinganam asramam stakta charit avidhi gochara is beyond any rules and regulations. Он за пределами всех правил и предписаний. I mean, я имею в виду четур варна четур асрам, four varna and four asram,
четыре варны и четыре ашрамы. Бхагаван Шри Кришна говорит перед Арджуной. Нитьянанда Авадхут, он находится за пределами всех правил и предписаний. И вот Нитьянанда Прабху, он настоящий, полный саньяси, полный саньясана. Он совершенный саньяси. Почему Нитьянанда разгневался, когда Гауранга Махапрабху принял саньясу? В чем же секрет? Мы должны понять это. Почему Нитьянанда Прабху разгневался, когда Гауранга Махапрабху принял саньясу? Поскольку саньяса — это не что-то, что Верховный Господь может принять. Это не то, поскольку он Вишая Виграха, Кришна. Кришна Вишая Виграха, а Баладев Ашрая Виграха, и поэтому... И вот все преданные, они отправились в Пурушоттам Даму, все преданные, они тоже отправились туда, и по пути река Чандрабхага, и там Гауранга Махапрабху, он хотел принять им омовение и дал данду Нитьянанде и сказал: «Нитьянанда, посмотри за этой дандой, я скоро приду». И Нитьянанда взял эту данду, а Махапрабху ушел принимать омовение, повторять аник, и возвращается и спрашивает: «Где моя данда?» «Я не знаю, где она, как я ж тебе дал смотреть». Но Нитьянанда сказал, что твоя данда поломалась на три части. Ты в экстатическом чувстве упал. Я схватил тебя, и мы вместе упали, и твоя данда в процессе сломалась. И Махапрабху сказал, что это я саньяси, это мое единственное сокровище, ты потерял ее. Я не могу дальше с тобой идти. И Нитьянанда Прабху, он разбил эту данду на три части. Почему? Ум, тело, почему? Поскольку саньяси, у саньяси должно быть, дживатма, которая принимает саньяс, у нее должна быть решимость контролировать ум, речь и тело, и мы должны наказывать их, если они не следуют нам. Мы должны наказать нашу речь, наложить ограничения на нашу речь, на ум и на тело. Очень. И такая жизнь саньяси очень высока, очень тяжела. И вот Нитьянанда Прабху, он разделил эту саньяс данду на три части. Что, эти каждая часть олицетворяет ум, речь и тело. With Danda, catching Danda and speaking with Danda, hey Danda, hey, my Prabhu going to carry you? How dare you? I can throw you. With Danda speaking, Nityananda. First of all, taking Danda. А Нитьянанда, когда он взял Данду Махапрабху и сказал, что зачем Махапрабху носит тебя, и чтобы он не носил тебя, я разломаю на куски и выкину. И вот саньяса, кто может дать саньясу Верховному Господу, хотя это сам Верховный Господь, хотя Махапрабху явил идеальный пример саньяса Враты. А когда Махапрабху являл свою грехаст-калилу, это была совершенная лила, когда лилу обучения, либо лилу брамачари, она совершенна. Любые лилы, которые являл Верховный Господь, они совершенны и непревзойденны. И эта данда была разделена на три части.
и день за днем. Нитянанда Прабху Авадхут Саньяс. И однажды все преданные с разных частей Бенгала, они пошли в Пурушоттам Даму, в Нилачала, они жили там 4 месяца, Чатурмасию, и тем временем Нитянанда Прабху и Адвайта, они также пошли туда. Но Гауранга Махапрабху уже был там, в Нилачале. И вот тогда Нитянанда Прабху, он пошел туда, и это была особенная ответственность Шивананды Прабху. Он отвечал за все, и вот много преданных приходило туда, и под руководством Шивананды, в общем, заботился об их передвижении, жилье и еде. И он за логистику, в общем, отвечал. И вот все преданные в главе с Шивананды, они шли таким образом с Майпура до Пури. И по дороге Шивананда Прабху попросил преданных подождать, сейчас я для вас просад организую. И вот они пошли просить подаяние, в близлежащих деревнях принесли, начали готовить, и тем временем Шивананда Сен, ушел собирать подаяние, и Нитянанда начал возмущаться, куда он ушел, я голоден. И после этого он очень, и вот Нитянанда был очень голоден, гнев, и начал ругать Шивананду, проклял его детей, чтобы они умерли за то, что он вовремя не накормил его. И жена Шивананды начала плакать. Шивананда, когда пришел и спросил, чего ж ты плачешь? И вот этот Авадхут Гасай очень разгневался на тебя. Он хотел поесть, а ты его припоздал. И он проклял, чтобы все мои дети умерли. И Шивананда сказал, это очень хорошо. Поскольку по милости Авадхута Нитянанда, если я потеряю всех своих детей, это хорошо, он возьмет ответственность за них, и поэтому не плачь. И после этого Нитянанда пришел к Шивананде, чтобы просить прощения, что прости меня, я опоздал. А, вот то есть, когда Шивананда Сен пошел просить прощения у Нитянанды, Нитянанда взял, ударил его ногой по груди, и Шивананда, он был очень рад и сказал, «О, Нитянанда, сейчас ты мне благословил своей стопой». И он был очень рад. И вот Нитянанда, а вот тут, когда и как он кому-то дарует свою милость, это не так просто понять. Хотя внешне, смотрите, в этом случае было, внешне выглядело, что Нитянанда был очень зол и пнул Шивананду, но Шивананда понял, что это его милость. И поэтому Шивананда Сен был очень доволен, поскольку он получил милость Нитянанды. И вот Авадхут Нитянанда, когда, где и как совершает свою лилу, никто не может понять. И однажды после того, как после принятия саньясы, Гуранга Махапрабху, он пришел в дом Адвайты, принимал просад, и Нитянанда Гасай и Гуранга, они принимали просад в доме Адвайты, и после того, как они приняли просад,
I cannot take actually. Now I'm actually still hungry. What kind of prasad you are giving? I am not satisfied. Then Advaita Gosa started. Uchishta. Taking Uchishta. He is taking and giving to throwing to Advaita Acharya. Advaita Acharya speaking all, you know, it's a roast abadu. You are an useless abadu. You know? You are coming here to give me punishment? This way actually, nice, you know, sweet, you know, fighting going on between Nityananda and Advaita Gosai all the time. This kind of lila going all the time, I already told, Gauranga Mahaprabhu when took sannyas, after that, it was Nityananda Prabhu guide him and come back Гуранга here. Махапрабху, когда он принял саньяс, то Нитянанда Прабху его перехитрил, он пришел в дом Адвайта Гасая, это я вчера говорил, предыдущие дни. Но смотрите, все лилы, которые совершал Махапрабху, Нитянанда, он всегда помогал ему в его лилах. И даже когда Гуранга отправил Нитянанду назад в Гурадаму, чтобы проповедовать его славу, в то время Гуранги там уже не было, но Нитянанда он чувствовал, что Гуранга Махапрабху он находится с ним. But nobody can see. Gauranga Mahaprabhu there in Purushottam Dham. One example I can see, I can show you. И вот когда Рагхунат Дас Гасай, когда он хотел, захотел уйти из дома, но не мог, поскольку его отец был очень богат, очень могущественный, они всегда его домой, назад домой возвращали, но однажды ему надоело, он хотел уйти из дома, но не мог. Nityananda Prabhu coming in Kosai Panihati. И однажды Махапрабху пришел в Панихати. Панихати there. Actually in Панихати. И в этом Панихати Nityananda Prabhu. Под деревом баньяна. Nityananda. And there one day actually Raghav Pandit. И там однажды в доме Рагав Пандита я был там достаточно давно на берегу Ганги. И вот в этом Панихате был праздник Дати Чиры. Чиры с йогуртом. И Нитянанда Прабху сидел, и он узнал, что приходит Рагхунат Дас Гасай. И когда Рагхунат пришел, все начали кричать, о, Рагхунат приходит, а Махапрабху спросил, где же Рагхунат? Рагхунат, он, я наконец-то поймал его, и Нитянанда Прабху сидел там, а Рагхунат Дас Гасай пришел к Нитянанде, и Нитянанда благословил его своей стопой. Он поместил ее на голову Рагхунатху. И Рагхунат предложил свои полные распростертые поклоны. И после этого Нитянанда Прабху. Потом Рагхунат начал предлагать свои поклоны и молитвы Нитянанде. И говорил, что я хочу уйти из дома, но я не могу. Я хочу уйти, чтобы служить Махапрабху, но я не могу. Нитянанда благословил его, что ты вскоре освободишься от влияния этого материального мира и сможешь уйти из дома. И не только это, Нитянанда благословил его и сказал, что он обретет вечное служение Гуранги. И Гуранга Махапрабху, он даст тебе место вместе с Сварупом Гасаем. И очень скоро Гуранга Махапрабху сделает Сварупа Гасая твоим гуру, и ты обретешь служение Гуранге, и с тех пор и это так и случилось.
И вот Рагхунатх ушел из дома, дошел до Пурушоттам Дхамы и там увидел Махапрабху. Рагхунатх подошел к нему, Гуранга Махапрабху, он антарьями, сверхдуша, пребывающая в сердце каждого, и он спросил: «О Говинда, Рагхунатх пришел, так много сложностей по дороге, ты позаботься о нем». И после этого Нитьянанда Прабху дал ему свою полную милость. И если смотрите, взять случай с Джагай и Мадхаем, они получили милость Нитянанды. Джагай и Мадхай, они получили полную милость Авадута Нитянанды, и поэтому Гуранга Махапрабху был вынужден защищать их, поскольку иначе как это возможно? Смотрите, Гуранга Махапрабху, он призвал Сударшана. Но Нитьянанда сказал, что Прабху, в этой аватаре ты не можешь принимать никакого оружия, это твое обещание, и поэтому прости меня, я не беспокоюсь. After that, Jagai Madai fall down on the lotus feet of Nityananda Gauranga. И потом что случилось? Джагай Мадхай не падает лотосным стопам Гуранги, и Гуранга благословил их. И смотрите, но такая милость, она очень трудно достижима в этом материальном мире. И смотрите, как Нитьянанда Прабху, он женился, и есть несколько противоречивых историй на эту тему. Вот те, кто у кого есть какие-то сомнения в Гуранге Махапрабху, но Гуранга сказал, что те, now this is a big issue. И Гуранга Махапрабху, он сказал, что только те, у кого есть твердая, непоколебимая вера в Нитьянанда Прабху, они могут обрести меня. I know all different way. I mean, how to go, where to go. You take me with you. Гуранга Махапрабху said, yes, I can take you. И как когда Гуранга собрался идти на парикраму, то Нитьянанда сказал, чтобы он взял его с собой, поскольку он знает все места. Но Махапрабху сказал, что нет, и взял с собой Кала Кришнадаса. И потом, когда он пошел в Вриндаван, он взял с собой Балабхадра Ачарью и следующий, и тот, кто жил с Балабхадрой, двух с собой спутников взял. И Нитьянанда Прабху, когда без Нитьянанды мы не можем обрести Гурангу, это невозможно, он Аватхут Нитьянанда. И вот суть в том, что когда в Пурушоттам Дхаме Гуранга Махапрабху совершал свою лилу, однажды все смотрят, Гуранга Махапрабху говорит с Нитьянандой, и никого не было. Нитьянанда Прабху и Гуранга, они говорят друг с другом, что Гуранга сказал Нитьянанде, никто не знает. Но после этого Нитьянанда пришел сюда, и после их разговора он женился на Джанаве и Васуде, поскольку без наставления Гуранги Махапрабху Нитьянанда он не хотел принимать грихастха ашрам. Это очень такая чувствительная тема, но мы должны помнить, что Нитьянанда, он Аватхут Саньяси, он всегда Саньяси. И в писаниях Вриндаванада Стакура, в этой Гора Лили, однажды Нитьянанда Прабху, он находился в доме
what? Нанда Ачарья. И когда там Нитянанда появился первый раз, как? И вот когда Нитянанда ушел из дома, вместе с тем саньяси совершал паломничество по всем святым местам. И когда Нитянанда он пошел во Вриндаван Даму, то там Нитянанда Прабху день и ночь. И вот он играл с этими пастушками, поскольку его сварупа Баладева. И вот Нитянанда, когда достиг Вриндаван, он день и ночь играл с пастушками. Он был в пыли, в земле. И однажды Баладев Нитянанда, он крикнул, что он провозгласил, что Гауранга Махапрабху явился. И вот он, и после этого, когда Гауранга Махапрабху, он постепенно... И вот Нитянанда, когда... Он пошел в Майпур тогда, когда он понадобился для служения Гуранге. И Гуранга, он сказал, что смотрите, завтра великая личность придет сюда, в наш Навадвип. А кто? Вы увидите. И на следующий день Гауранга Махапрабху сказал всем, он уже пришел, а где он? Ну, идите, ищите. А... И вот все преданные, они пошли искать во всей Навадвипе, искать, кто же пришел, но никто не знал. И когда они вернулись назад, Гауранга Махапрабху сказал, идите со мной, я покажу вам. И вот да, совсем рядом, и вот они пошли в дом Нанды Ачарья, и Махапрабху сказал, смотрите, вот он, и Нитянанда Прабху сидел с закрытыми глазами там, и полный божественной любви. И Гауранга Махапрабху сказал, что вот смотрите, вот он. И Гауранга Махапрабху и Нитянанда, их первая встреча, она была уникальна. Гауранга посмотрел на Нитянанду, Нитянанда посмотрел на Гаурангу, и они как они обнялись друг с другом. Он его Баларам, старший брат, а он, а не Гауранга Кришна, соответственно. И вот их первая встреча была в доме Чандрашекара Ачари Нанда Баба. Нанда Ачарья, Бхаванья, по-другому. И сейчас я расскажу об одной лиле, из которой можно сделать вывод, что Нитянанда, он не отлично от Баларама. И вот Шачима однажды она кормила Гаурангу, и однажды она увидела, что видение такое, и пришло, что мой сын Гауранга – это Кришна, а Нитянанда – он Баларам. И когда он пришел в дом Шивас Пандита, он жил там как ребенок, и Шивас Пандит, он понял, что Шивас Пандит и Малини Ма is just like mother. Sometimes taking breast. А жена Шиваса относилась к нему как к своему сыну. Иногда он прикасался к стопам Шачи,
и будьте внимательны, смотрите, Нитянанда – это самое милостивое воплощение. Без Нитянанды Баларама у нас нет другого пути. Даже, смотрите, когда Кришна, Кала Кришна Дас, когда совершил ошибку, кто его защитил? Нитянанда Прабху. И после этого Чота Харидас, когда совершил ошибку, Нитянанда Махапрабху пошел, спросил у Махапрабху, что плохого он сделал, прости его. Но Махапрабху не спросил, а почему? Чтобы дать всем пример. Кала Кришна Дас, он отправился на юг с Махапрабху, совершил ошибку там. И Гуранга Махапрабху сказал, забери своего Кала Кришна Даса. И Нитянанда успокоил его, дал служение ему. И Нитянанда, он настолько милостив, что можно видеть, что Баладев Махарадж, он настолько милостив. Как в случае с Дурьотханой, Дурьотхан очень негативный персонаж, но Баларам Нитянанда, он думает о нем как о своем ученике все время. И когда Нитянанда Прабху Баларам, он и вот когда была последняя битва Бхима и Дурьотханы, то Баладев пришел туда. И когда он видит, что Бхима не может победить его, то тогда Кришна дал совет, что есть одна трава, возьми и... Then Vimsan was, no, that was Jarasandha, I saw it. And that one, Krishna Bhagavan speaking this way, to attack. I forget. А это другой случай, это Джарасандха было. А вот с этим случаем с Бхимой нужно было нанести удар чуть ниже, в бедро. You are going to break rules, I can give you punishment. Bhagavan, why you attack here? Because you have no right to attack here. Then Krishna Bhagavan was bound to catch the lotus feet of Balaram. Excuse me. What kind of injustice? Bhima, whole life they are doing this kind of wrong activities, aparadh. Now you are going to find fault. And this way it can be. All the time, Balaji Maharaj going to, even Duryodhana. Even Duryodhana, the wicked personality, still Duryodhana, actually, Balaji Maharaj feel it necessary to give some keep up. Of all fallen show, Nityananda Balaram always thinking. И вот Нитянанда Баларам, они всегда думают об условных душах, и они могут даровать им милость, поскольку милость Кришны мы не можем получить прямо только через Баладева. И вот в Пурушоттам даме однажды во время Радхаятры, что случилось в день Харапанчами, когда Лакшми выходит, сидя на паланкине, то чтобы отругать слуг Джаганатха, и в то время царь Пратапарудра, он организовал место для Гуранги Махапрабху и его спутников. И в то время Нитянанда Прабху был там. И эта лила вечером в 2 часа ночи происходила в день. Вот в Харапанчами Лакшми Деви всегда ночью приходит. И в то время они обсуждали Шивас Пандит и Сварупа Госвами. Шивас Пандит говорил о Вайкунтха Татве, а Шивас о Галока Вриндаван Татве. И в итоге, когда они говорили, какая-то раса затронула сердце Гуранги, и он начал являть Рада Бабу, и когда он только начал являть Рада Бабу, Нитянанда сразу ушел. Он исчез. Поскольку это Расабас был бы, если бы Нитянанда там
присутствовал. И это документальное подтверждение, что Нитьянанда Прабху, он не отличен от Баларама. И вот однажды какие-то разбойники пришли забрать украшения с тела Нитьянанды Прабху. И какие-то преданные начали жаловаться Нитьянанде, что он жаловаться Гуранге, почему он Аватхута, а носит столько украшений. А Гуранга сказал, что это не простые украшения. Эти украшения олицетворяют собой Нававидха Бхакти. А разбойники, которые пришли, это все украсть. Они пришли, чтобы забрать, но они Но эти разбойники увидели, что, несмотря на то, что он спит, Вайкунтха Паршады, они ходили и охраняли его, ходили вокруг и охраняли. И эти разбойники со временем, они ослепли. И следующее я хочу рассказать о силе слуги Нитьянанды. И его звали Кришна Дас Кавирадж Госвами, говорит, что в моем предыдущем доме Минкетан Рамдас, Нитьянанда Прабху, лучший слуга Нитьянанды Прабху, а последний слуга это Вриндаван Дас Такур. Вриндаван Дас Такур, он последний слуга Нитьянанды. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что однажды был праздник в нашей деревне, все преданные были приглашены, и Минкетам Рамдас пришел, Минкетам Рамдас увидел, что все встали, но то все встали, когда Баларам пришел, один кто-то не встал. И этот Минкетан Рамдас, он взял палку и начал. И вот этот Минкетан Рамдас, он смысл этой истории, что Минкетан Рамдас, если куда-то приходил, то Нитьянанда, он всегда присутствовал в его сердце. И Гуранга сказал Нитьянанде, чтобы Нитьянанда не приходил в Пуршоттам Даму каждый год. Это твоя обязанность распространять милость, поскольку нет никого, кто бы мог распространять милость, только Адвайта и Нитьянанда. И Нитьянанда был вынужден жениться согласно наставлению Гуранги Махапрабху. И вот из Калны, дочери Сурья Даса какого-то. И вот Нитьянанда, он женился в Калне, Васуди и Джахнави Деви. Васуда Джахнави Деви, она после того, как Гуранга ушел, Шачимата, она, Вишнуприя, как ушла, Джанава Деви, она
действовал как ачарья. Даже там, в Кетури, этот Кетури праздник, он был ею организован. Это был самый крупный праздник Утсав во всем мире. Никто, никакие другие праздники Утсавы не могли сравниться с ним. И вот Нитянанда Прабху, Васуда Мата, Джанава Мата, Вирабхадраджи, Вирабхадраджи, она, это Кширада Кашая Вишну, Кави Каранапу говорит, описывает, что говорит, описывает это. И Нитянанда Прабху, в итоге он вошел в божество Банкирая в Экачакре. И Джанава Деви, она вошла в божество Гопинатха. И после этого мы видим, что Джанава Деви – это Нитянанда, Шакти, Шактимата, Абьет. А кто такой Джанава Деви? Это Ананга Манджари. И Нитянанда Прабху в форме Ананга Манджари, он уже находится в Расалиле, понимаете? И Бхактивинода Такур, он описывает в своих киртанах, и оттуда можно узнать, что же пишет Бхактивинода Такур. И какие киртаны? You forget. I also forget. Daily, every day I'm speaking all the time. Naturally, the kirtan is there. I can remember actually. Now that kirtan is there. Tumar charan tori koriya asroy bhavar nama par havo. Вот этот строк из этого киртана. О Джанава Деви. Джанава Деви. Tumar charan tori koriya asroy bhavar nama par havo kori chinishchay. О Джанава Деви, мы принимаем прибежище у твоих лотосных стоп, и мы можем пересечь этот океан, материальный океан, очень просто. И вот Джанава Деви – это очень такая великая фигура. И вот, когда она ушла, Нитянанда, он ушел из этого мира. Я так много хотел рассказать татвы, но времени мало было. So, because this is actually more than puja, my guruma used to do or sit puja. Before puja, харикатха, наподобно пуджи, перед тем как говорить харикатху, никто не может прикасаться ко мне. Харикатха это больше, чем пуджа, поклонение. Any question? Если какие-то вопросы? Sorry, I can speak now. After some time. What question? You can speak him. Speak quickly. Maharaj, Balaram has some cool rati. He's serving in all five rasas. Can you tell how is Nityananda exactly serving in Madhuri above? With you said Balaram. You said yes, Janamama, but as Ananga Manjari. Actually, there is twofold of lila, same. И вот есть две лилы, гора лила, это тоже раса лила, гора лила, когда совершается санкиртан, это тоже раса лила, когда Гуранга Махапрабху совершает санкиртан, это тоже раса, и Нитянанда там, он в санкиртане находится, но там, в Кришна лиле, это он в форме Ананга Манджари. Гаурилила он совершает со всеми своими спутниками. Чампакалата Манджари, она, это Шивананда Сен. Один за одним, смотрите, у них есть, у каждого своя личная форма, Сваруп Гасая, кто такой Сваруп Гасая, кто-то говорит, что это Лалита, кто-то еще что-то говорит. Но в Рай Рамананда Вишакасаки
И один за одним Кавикарнапур говорит, что у них есть вечные качества. Рагунат Дас Госай, это Рати Манджари, Джива Госвами, Виласа Манджари, Шьямананда Прабху Канака Манджари, Шинивас Ачари, Муни Манджари, Муни Манджари. У всех есть их сварупа, и смотрю, находясь в одном теле, они совершают Гурангасаву и Кришнасаву. И Гуранга Лила, что вы хотите сказать, то, что Гуранга Махапрабху, когда Нитянанда совершает расу, это тоже санкиртана раса здесь. И тот же самый Гуранга Махапрабху в форме Кришны, он совершает Кришна-лилу. И там Нитянанда не может быть. Нитянанда – это Шакти. Как и Адвайта Гасай, у него есть тоже своя сварупа. У них есть, у каждого есть своя сварупа. И вопрос в том, как Нитянанда он может развить нашу Матурья Бава Сева. И Наротам Такур уже в своем киртане говорит вот эти слова, что по милости Нитянанды мы получим служение в Раджа. И Нитянанда Прабху внешне в Мадхурья Расе он не может нас поддержать, но наш Ачарья Наротама Такур, он уже сказал, смотрите, один из Ачарьев, я не хочу называть его имя, он говорит, что Нитянанда Баларам, он не может дать нам Мадхурья Расу, но это неправильно. И когда он это сказал, я потом подошел к нему и сказал, смотри, вот тут написано Нитайр Карунаху, Браджарада Кришна Паби, разве это не указание на Мадхурья Расу? Это значит Мадхурья Раса внешне. Нитянанда Прабху, это Баларам. Внешне мы можем видеть, что Нитянанда поддерживает какие-то правила и предписания, когда Бхава Радхарани приходит, он исчезает, но вся Санкиртан Раса там, Нитянанда Прабху, он всегда присутствует, поскольку Гуранга Махапрабху, он может упасть случайно, а Нитянанда, он подхватит его. И Нитянанда, он всегда рядом с Гурангой, поскольку Гуранга может, чувствуя экстази, упасть всегда, а Нитянанда, он подхватит его. И таким образом Нитянанда Прабху всегда служит ему. Санкиртан, если вы глубоко подумаете, если вы Санкиртан – это раса. Внешне обычные люди не могут видеть, что Санкиртан – это как Санкиртан, но с помощью Санкиртана мы можем достичь самого центра Раса-таттва. Нитянанда Прабху Баларам, он в то же самое время он накладывает на нас то есть какие-то ограничения, какие-то правила и предписания Нитянанда он накладывает на нас. Но что имеется в виду эти ограничения, чтобы не было никакого раса-баса, смешения рас. Но он в то же самое время поддерживает раса-таттву.
Мы должны молиться, звать Нитянанду, поскольку наш Ачарья Кришнадас Кавираж Госвами, например, он говорит, что Минкета Рамдас он очень разгневался, когда какой-то пуджари он спорил с ним, он не верил, что Нитянанды была Рам, они не отличны друг от друга. Он верил в Гаурангу, но не верил в Нитянанду. Тогда Минкетан Рамдас он взял свою палку он свою данду сломал и ушел из этого места. И Кришнадас Кавираж Госвами сказал, с того времени мой брат он лишился бхакти, поскольку он совершил оскорбление лотосным стопам Нитянанды, он не верил в Нитянанду. И в ту самую ночь, когда я спал, я увидел Нитянанда Баларам. Они явились мне во сне. Кришнадас Кавираж Госвами описывает это. Нитянанда, он поместил свои лотосные стопы на мою голову и сказал: «О, Кришнадас, вставай, читай Чайтамрите», говорится. И вот он сказал мне: «Вставай, Кришнадас». И Кришнадас проснулся. Это видение пропало, это было такое полусон. Видение такое. И Нитянанда, он поместил свои лотосные стопы на голову и благословил меня: «О, Кришнадас, иди во Вриндаван, и ты обретешь там все». Нитянанда благословил его. И этот Кришнадас Кавираж Госвами, кто он? Кастури Манджари. И как можно сказать, что он не поддерживает его? И вот в другом киртане говорится: «Нитай пода камало коти чандо сушитало». Я нахожусь на ясасане, я не могу говорить то, что не является сиддхантой. И в тот день, когда Нитянанда явится к вам во сне и благословит вас своими лотосными стопами, и тогда поймете, что есть что. И те, кто получил такую милость, они только могут говорить настоящую харикатху. И его лотосные стопы Нитянанды, они источают прохладу тысяч, десятков миллионов лун. И если Нитянанда благословит вас, явится вам, и тогда вы поймете, что есть, что вам нужно такое прямое осознание, и тогда вы поймете, что он великий проповедник Нитянанда. То есть тот, кто одобрен Нитянанда, это он, только он может по-настоящему проповедовать. Проповедь — это область ответственности Нитянанды Прабху. И Нитянанда Прабху благословил Кришнадаса, и Кришнадас, он говорит, что я не должен этого говорить, но если я не скажу этого, никто не сможет понять милости Нитянанды. Нитянанда, он может благословить нас в различных образах. Иногда он в форме змеи может прийти также. Но если Нитянанда благословит вас по-настоящему, вы почувствуете. Еще какие-то вопросы? Like Sankarshan is the principle of Ahamta Ahamkara, but there is a pure form of this. This is Vasudeva. Vasudeva, Chitta, yes. Mind actually Aniruddha, Aniruddha and Buddhi, Sankarshan, yes. They are controlling somehow. So you said that Sankarshan, this Ahamkara principle, Ahamkara, yes, has a pure form. Nitya Krishna Das. Yes.
So can you explain also what is the pure principle of Aniruddha Tattva and Vasudev Tattva? The Chitta, Vasudev is a Chitta. What is the pure form? Actually, Chitta is one. Читаю Юхи вопрос. Чита внутри нашего сердца находится, и согласно нашим действиям, это чита, у нее есть тонкое тело. Вот ман, будхи, чита, аханкар. И вот эти четыре части. То есть это чита из этих четырех частей состоит. Читу, как мы можем чувствовать читу? Чита, она подобна водоему с чистой водой. И причем вода, она без волн. И так, поверхность воды, она подобна зеркалу. И вот если в такой водоем с спокойной водой кинуть камень, то мы увидим, когда он попадет в воду, то волны возникнут, и чита, она сравнивается с этим зеркальной поверхностью воды. И камень, который попадает в эту воду и возбуждает волны, so if something, some picture, chitta means catch, like camera. If you see something, chitta going to catch. И чита то, что. Or repulsion, attraction. It's the duty of chitta. Hello. Как сказать, воспринимает эти колебания, эти впечатления. И если мы это одобряется или не одобряется, будхи. Разум, ум, он начинает суждение об этом, нужно ли это запоминать, либо не нужно. А Будхи — это разум, он может направить нас на то, как получить эту вещь, либо не получить, а Аханкар Таттва, она может, может породить привязанность к этому. И в Гите говорится, что если мы думаем о чем-то, мы привлекаемся этим, наш ум беспокоится, получив эту какую-то вещь, и таким образом наша зависимость возникает. И вот чита, когда Радхарани плачет перед Кришной на Курукшетре, Радхарани говорит, что я вчера приводил пример, что если мы даем пранами какие-то подношения, то это, конечно, хорошо, но гораздо важнее предложить свой ум Гуру Вайшнава. Они возьмут ваш ум и очистят его, если ваше самопредание, конечно же, совершенно. И вот с таким чистым умом мы можем получить видение Вайкунхи Вриндавана. И вот это, и если наша чита находится в чистой форме, то мы можем, тогда мы сможем видеть картину Вайкунхи Кришны Вриндавана. А ум он сравнивается с сати, и вот в Бхагаватам говорится. Сати-мати, асати-мати. Наш ум, он сравнивается с благочестивой женщиной, с целомудренной женщиной, когда наш ум чист. Что такое сидха? Что такое сидха? Потато сидха?
Potato boil, potato. Siddha mean? Siddha means mind. Siddha значит наш ум. No kind of matter, even not at all coming. Just the siddha. Который достиг совершенства и в него не проникают никаких посторонних мыслей. Basic siddha means no kind of состояние совершенства значит никакая материя не может войти в наше сердце. Материальные никакие материальные проблемы они не могут саду побеспокоить как-то. И высшее совершенство – это сева-сиддха, совершенство в служении. И слово сиддха. И настоящее совершенство служения, если служение становится жизнью и душой преданного, то это есть такое высшее совершенство. Во времена Шрилы Прабхупады был такой преданный Нарахари Прабху. Он был известен как мать Гаудия Матка. Если я буду говорить о его служении, то даже тяжело во сне даже вообразить, как это можно было все сделать. Шрила Кешав Махарадж Винода, когда тот преданный ушел, он начал плакать, как ребенок. Настолько сердце Винода было мягко. То есть его вся жизнь была посвящена служению. Он, все его существо состояло из служения. Однажды он заболел, но Винода сказал ему, что нужно отдохнуть, сходить к доктору, а он не был готов к этому. Он сказал, что я хочу оставить свое тело, это лучше. Если я буду совершать служение и умру в процессе, это очень хорошо. Но Винода сказал, что ты хочешь привести пример, а ты хочешь... А ты хочешь таким образом стать примером для всех в истории, поэтому ты так говоришь. И тогда он сказал, хорошо, я пойду к доктору, и вынужден был пойти к доктору. Без служения он не мог жить день и ночь, он совершал служение. Даже там... Even somebody came 11 o'clock in Gauriya Math, he was a stand, not taking prasadam. Final rice, if one drop there, he can take. It's like Draupadi. Inconceivable, I cannot explain. It's not possible. You cannot believe your eyes. Я не могу объяснить всего его настроение служения. Он заботился о том, чтобы, например, чтобы все поели. Он ел самые последние, если что-то оставалось. Даже если кто-то приходил в 11 ночи, он ждал, пока уже совсем все поедят и придут, и только потом ел, если что-то оставалось. Он был как Драупади. So all different tattva I can show you exactly when it in pure from everything there. Aham tattva, not only aham tattva. Man, buddhi, chitta, ahankara, all I can show. In pure from there. Reflection is there and you are influenced by Maya. So, you are influenced by Maya. That's why actually you are acting like in Chaitanya Charitamrita is written, a man when caught by a ghost. Читание Читамрити говорится, что если привидение вселилось в какое-то человека, то человек уже не контролирует себя. И вот Кришнадас Кавираджа Госвами приводит такой пример.
подобно тому, когда, как привидение, оно захватывает человека, то то, что он делает, он не может себя контролировать, поскольку он бесноватый стал, это ненормальное состояние. И майя, когда она... И вот так же под влиянием майя мы думаем, что мы мужчина либо женщина, мы забываем, что мы вечные души, и мы стремимся к наслаждению. И если у вас в конце вашей жизни даже осталось склонность к наслаждению, то вы не сможете стать успешными. И если после моей смерти кто может помочь вам, я не знаю. Если вы хотите стать успешными, вы можете стать успешными по милости Гурудева. Who is going to love you in a very pure way? Eh? You show me.